В Восточном Казахстане молочно-товарные фермы увеличивают объемы выпускаемой продукции. К примеру, в Барадулихинском районе цех по переработке молока на целых 30% увеличил мощность производства. Сейчас на предприятии трудится 10 человек. В день работники цеха перерабатывают до 6 тонн молока. Предприятие вошло в региональную карту индустриализации. Вот у нас поставляется город Семей, Усть-Каменогорск, сыр, наша продукция. Ну, в будущем хотим немножко расширяться. В плане хотим варить еще сыр Сулугуни. Ну, я так думаю, еще параллельно будем творог выпускать.